Девчонки, мальчишки, смотрите, что со мной дочь натворила. Ой. Короче, красим волосы. Светик меня покрасила, она сейчас ей сушит волосы, будет тоником себе пробовать. Ну, а я сейчас через пару минут пойду в баню деток мыть. Ну, и заодно помоюсь сама тоже. А то вы все пишете жирные волосы, грязные волосы. Вот пойду в баню помою. Ладно, пошла я собираться в баню. Вот такой вот, ребята, у меня получился цвет. Ну, сейчас волосы сырые, я только с бани пришла. Всех, кто моется, всех с легким паром. Ну, а более подробно вы увидите уже завтра, что получилось. Ну, будем надеяться, что хорошо. Ладно, всем желаю всего самого хорошего. Всех я очень сильно вас люблю. Всем желаю крепкого здоровья. Берегите себя, берегите здоровье. Будьте самыми красивыми. И всем говорю пока-пока. Всем доброе утро. Мы идем в садик, да, Марина? Марина, поздоровайся, повернись. Здрасте. Ваня, ты поздороваешься? Молодец, умница. Мы шагаем в садик. Всем желаем хорошего дня и хорошего настроения. Берегите себя и свое здоровье. Будет все тогда замечательно. Так, ребята, мы с Катей едем в город. Ей надо платно анализ давать. Ты новые носки, что ли, одела? Нет? Показалось. Ладно, всем хорошего дня. Ух ты! Голубь был здесь. А у Тайсона тут что-то хомячил. Ладно, едем в город. Ой, ребят, сходили мы, заплатили за анализ. Сейчас идем обратно туда, в лабораторию, или как она называется, СИС. Ну, куда сдается анализ. На улице так жарко, мы кофту еще одели. С утра вроде прохладно было, даже холодно, можно сказать. А сейчас жарко. Да, Катюха, тебе не жарко? Нет? Катя, штаны такие обрезанные. Вот все штаны пообрезали. А им нравится, это же мода. Ой, господи. Здесь у нас когда-то был военкомат. Раньше, но здание все разрушили. Они переехали в другое место, и после этого тут начали мародерствовать. Это как в любом здании, мне кажется. Вот такие вот дела. Ладно, идем. Так, дорогие друзья, приехали мы с Катей домой. Сейчас покажу, что купили. Так, ну давайте вот здесь начнем. Взяли мы 2 булки хлеба. Также взяли 3 литра молока и булочки. Свет, дай покажу сначала. Взяли вот такой вот алоэ опять наш любимый. Потом на пробу взяли вот такой, какая-то новинка. Не знаю, что за новинка. Потом гель для душа взяли, у нас заканчивается. Заходила в аптеку, муж попросил экстракт радиолы розовый. Вот взяла экстракт какой-то, не знаю, такой, не такой. Дальше. Новые алмазки у нас в Экспресс привезли. Вот с котятками взяли такую. Также, Маша, ты осталась без контейнера, да? Где Маша? У Маши нет, да, такого контейнера? Мы Маше взяли вот такой контейнер. Маш, у тебя нету, да, коробочки такой? Органайзера контейнер, говорю. И вот в целом. Все, Машенька, держи. Кате в больницу мы взяли вот такие вот тапочки за 100 рублей. 37 размер. Также Кате в больницу взяли вот такой вот набор, чтобы шампунь положить, гель для душа, мыло жидкое, там крема, может, какие-то. Тут, видите, набор 149 рублей. Также Катя нашла один единственный 42 размера, вот такой же топик, как у Светы. Себе будет мерить черный, да, у тебя белый. Потом пришел заказ для женщин. У меня, знаете, нынче в Валберес потерялись заказы. До Березняков дошли и потом пропали. Я сегодня спросила, они говорят, ну, говорит, подождите, может быть, доставят чуть позже. И там несколько заказов, которые корма люди заказывали. Вот один единственный только пришел корм, но вот остальные непонятно где. И у нас на рынке сегодня продавали вишню за 120. И вот такую вот я купила. Тут килограмм деткам, чтобы поесть. Все, вот такие вот в целом все покупочки. Все, сдали мы с Катей анализы. Нам сказали, в пятницу будет готов. Дай попробовать. Вот это вот, она с каким вкусом? Вишня. Нет, вишня. Видишь, вишня нарисована.
Обычно, знаете, вкус кока-колы. Вишня даже не чувствуется. Вкус кока-колы обычный. Вот скажи ведь. Да? Невкусно. Мне тоже не понравилось. Вот это алоэ, которое мы постоянно берем, он вкуснее. И вот это вот тоже с запахом вишни и тархун. О, я просто вишню обожаю. И вот взяли. Все, анализы сдали. Теперь 9 числа пойдем кровь сдавать. Там еще другие анализы. И поедем в Пермь. Почти все готово уже. Дорогие друзья, села перекусить. Разогрела себе гречку и морскую капусту. Вот сегодня весь мой завтрак, обед, ну, может быть, ужин. Посмотрим. Ну, вот всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Дорогие друзья, поняла, что я вообще сегодня ничего не снимала. Короче, я варю суп чечевичный. Уже почти сварила. А я вообще ничего не снимала. Мне некогда было. Скоро доварится надо было сделать мне на эти манекены, по-моему. Ладно, вот такие вот дела. У нас уже вечер. Я отварила суп, и мы идем с вами в садик. Забирать Ваню с Мариной. Вот такие вот дела. Ну что, пойдемте. Погода на улице чудесная. Меня что радует, у нас сделали этот колодец, представляете? Тут несколько дней рабочие приходили, делали его. Вот так вот. Надеемся, больше не потекет. Ладно, идем в садик. А мы шагаем домой. Ванечка, скажешь всем привет? Привет. Привет. Цветочек оторвал. Маме цветочек, да, Ваня оторвал? Нет, там, Марина, не надо ходить. Там это, не дай бог, провалишься, деда. Нет. И вот таким вот образом идем. Да, Марина раздетая. А Ваня штаны не захотел снимать. Кофту хоть снял эту вперед. Да. Не упади только, улыбчивая ты моя. И потихоньку идем. Я зашла в магазин, купила себе еще один тазик. У меня нехватка тазиков, это вообще капец. Знаете, на сколько литров? На 6 литров. Миска. Где-то что-то Мариночка, жди нас. Где-то что-то делает, вообще не хватает мисок. Они так быстро ломаются, эти пластиковые, а железные очень дорогие. Классно бы, конечно, железные купить, большие, но, блин, они такие дорогие. Зато не вечные, это я понимаю. Ну вот разорюсь когда-нибудь, куплю обязательно металлические большие парочку хотя бы. Да, Ваня? Да. Да. Аккуратно только идите, Ваня, не упади. Марина, аккуратно. И вот таким вот образом потихоньку мы и ходим домой. Мариночка, аккуратно, не дай бог упадешь. Вот смотри, там сейчас дорожка закончится, и ты упадешь. И Ваня также идет. Ладно, идем в садик. Ой, фу, в садик. Из садика домой идем. Дорогие друзья, сходила в огород, набрала баночку клубники. Сейчас Оксана помоет посуду, и мы сделаем с вами молочный... клубничное молочко. Клубнику перемолим в блендере, который новый нам пришел. Добавим молочко, и получится клубничный коктейль. Да? Все, ждем, когда Оксана посуду помоет.